обычно делаем заметки в переговорных комнатах на обучении или совещаниях. Начальник или тренер пишет задачи на доске или флипчарте, и все за ним старательно записывают. Не успели – опоздали, потеряли заметки, провалили дедлайны. Престижево мультиборд и приложение EasyNote решают эту проблему просто. Начальник записал, все видели, сохранил и отправил по электронной почте сотрудникам для исполнения. Попробуйте только не успеть или сказать, что забыли. Понятно, что одного листа для записи ему будет мало, поэтому мы добавляем нужное количество в меню управления страницами. Еще есть пара интересных режимов для демонстрации слайдов – полумесяц и шар. Но в EasyNote есть множество и других интересных функций, которые будут приятны не только для начальников. Например, все оценят работу инфракрасного тача в этом приложении. Писать можно стилусом или просто пальцем. Распознается сразу несколько точек и объем. Для записи доступен выбор цветов и инструментов. Например, есть карандаш или кисть. В EasyNote есть несколько режимов работы. Презентационный режим, режим подготовки и режим рабочего стола. Для того, чтобы выбрать режим школьных дисциплин для учителей, нажимаем вкладочку на боковом меню. А теперь расскажу подробнее о каждом из режимов. Презентационный режим мы уже частично видели. Режим записей можно разнообразить уже заготовленным шаблоном в PDF. Импортировали, делаем записи, сохраняем и снова отправляем. Также приложение поддерживает импорт картинок, видео, аудио, текстовых и офисных файлов. Правда, для открывания и закрывания Word-овских файлов и PowerPoint вам необходимо установить пакет Microsoft Office, который поставляется отдельно. Презентационный режим позволяет работать с нарисованными, а также импортированными объектами. Вот, например, у нас есть надпись в рамке, и мы хотим выделить рамку или растянуть ее. На других функциях работы с объектами останавливаться не будем. Скачивайте приложение сайта Prestigio и тренируйтесь сами. Пробная версия работает один месяц, но вернемся еще к приложению. Для креативности презентации можно выбирать различные фоны. Конечно же, есть опция установки брендированного фона с логотипом. Второй по значимости и частоте использования на мультиборд будет режим рабочего стола. Получается, что EasyNote сворачивает свою основную зону работы и переходит в приложение, открытое на компьютере. Чем это интересно? Возможностью просмотра любых файлов и приложений и сохранения наиболее важного в свою интерактивную презентацию, например, копии определенной точки на карте или же вырезки из таблицы. Режим подготовки еще разрабатывается, и в дальнейшем в нем появятся новые функции. Пока из уникального только редактирование диаграммы связей. В режиме работы со школьными дисциплинами есть интереснейшие заготовки для математики, физики или химии. Кроме того, есть универсальные инструменты, например, часы, дата и таймер. Чтобы акцентировать внимание на чем-то, используем фокус или прожектор. И для тех, кто пользовался EasyNote раньше. В новой версии, которую мы сейчас видим, вы не найдете функцию записи экрана. Для стабильности работы она вынесена в приложение EasyCapture. Смотрите о нем отдельное видео. Как видите, EasyNote – это универсальное приложение с множеством функций для презентации и обучения. Это одно из 5 бесплатных приложений, которые предустанавливаются на мультиборд.